Закрывай глазки. Закрывай глазки. Не подсматривай. Глазки закрывай. Открывай. Днем рождения. Днем рождения, да, раз, два, три! С днем рождения! Да, мой хороший! Скажи с днем рождения! Скажи, Вика, с днем рождения! Шарик, да? Вон, смотри, кухня тебе есть, теперь будешь готовить, кушать нам с мамой. Ой, а мамадан? Чемодан? Вот, а здесь, что смотри, там в чемодане? Открывай. Давай вот сюда вот, клади открывай. Давай, помоги. Вот, вот так, подожди. Открывай. Открыть надо. Открыть надо. Помада есть. Помада есть? Смотри, Рита, это зеркальце тут и расческа. А потом Рита с тобой так будется, так и быть. Да, что такое? Ты не участвуешь в этом деле. Это что такое, да? Посылка, да, там? Иди сюда, мама, тенечки тебя накрасит. Краски закрой. Ну что, можно тоже поделить подарки? Да, можно. Ой, какая красивая девочка. Рыбка там уже нашел что-то. Рыбка? Я что-то нашел. Ой, какие тени. Смотрите, бабушка тоже дарит подарочек. Смотри на меня. Бабушка сутки училась в стихотворении. Смотри на бабушку. Маленькое солнышко, кукольные глазки. Вот уже 3 годика, Риточки-милашки, ты расти. Будь умницей, слушай папу с мамой. Будь здорова, счастлива и красивой самой. Да. Ты любишь рисовать? Посмотри, бабушка тебе купила. Вот. Ну, и еще вот. Шапочку, Рит, смотри, бабушка сама связала. Давай откроем Ромке. Ром тоже подарок. И тебе, это тебе и Ромке. Мама, ну, ей помада нужна. Смотри, померяй шапочку. Какая красивая шапочка. Одевай. Папа, помоги, пожалуйста. Это что такое? Это шарики. Каждый шов, мне кажется. Не-не-не. Это шапочка. Это еще. Это 2 помады. Мама. Какая красавица. Может, пробушку сделать еще что-то? Я сама. Сама? Ну, давай сама. Рома. Это все красиво помадит. Денис, открой, пожалуйста. Нет. Разнес. Все уронил. Рома. Намазала? Да. Пригодится тебе скоро будет 3 года. Антистресс. Ага, классный. Вот, идите все.
На, мама. Что, пойдемте тортик кушать с салатиками? Рита, да? Риту с днем рождения! Да все. Да зачем ты все-то хочешь сразу открыть? Да пусть, что тебе? Скажи, мой день. Тебе надо? Надо, да. На. Это блестки. А тебе уже ром дали ведь? Да, дали. Не хочешь дудеть? Ну, потом поведешь. Поправь шарики, Зай. Это блестки. Самое главное, вон что я, видишь, как угодили. И кухня не нужна. Да, косметика. Женщина и женщина. В три годика, да? Ты хоть перед зеркалом иди красься. А как наугад-то? Это Касика только. Рита-рита-рита-та. Она ведет. Да красится. А второй глазик тоже красит? Зайчка, положи. А губки, а щечки? Давай, вот щечки, вот этим руменами покрасим. Да. Щечки. А где у нас кисточка? Нету, что ли? А вот она, Риточка. Вот. Давай, вот, на. Давай тебе баба покрасит. Ну, давай сама. Давай, щечки крась. Крась щечки. Щечки. Только вторую щечку крась. Молодец. Ну все, давай, закрывай. И губки накрась помадой. Ну? Я красила. Да? Ну тогда все, ты красавица, закрывай косметичку. Ой, намалевалась. Складывай. Ой, намалевалась. Рит, посмотри в зеркало, смотри, как ты все изрисовала. Иди, посмотри в зеркало. Ой, какая красавица. Все, чешет. Быстро-быстро закрывай. Закрывай. Не открывай замочки. Давай, зеркало. Баби, ну, дуй давай сам. Бути. Сок, есть у вас сок? Есть. Баби, ну давай. А вот он. А, вон какая. Ой, как вкусненько. Ну, спасибо, Риточка. За твое здоровье. Да? А я еще хочу. Дуй. А я еще хочу. Ой, что там посмотреть? Дуй. Чего у тебя не получается-то, чужик? Да, шарики. У Риточки сегодня праздник. У Риточки уже праздник. Да, у Риточки. А сколько Риточки исполнилось годиков? Два? Нет, было два. А стало? Три. Три, правильно. Ну, три годика, да? Неси, баби, мяч. А си, баби, шарик. Ну, иди ножками неси. Угу. Угу. Ритулечка, какой праздник-то у тебя? Два рождения. День рождения? Да. Молодец какая. Ты, может быть, кушать будешь, а потом краситься? Два рождения. Два рождения мне. Два у тебя день рождения? Да. Не одно? Зачем кидаешь? Рит, так это румяна. Ты что-то скрываешь? Два рождения все-таки было? Где сестра и... Сестра-близнец? Ну ты кушай, а потом пойдешь краситься, ладно? Давай покушай, как моя мама дает. Снимать тортик, потом накрасишься. Ты как это, на спецоперацию пошла? Как знаете, они... Замаскировала. Да, они черным делают полосы, а Витка розовым. Розовый гламурный спецоперация.
Что ты встала? Тыц, тыц, ты дыдыц. Ну, Ритка заправила ноги с перестала. Ты что? Ты дня не дала. Пойди на. А. Мне кусочек тоже. Продолжим. Каково ощущать, что твоему ребенку 3 годика? Вообще все быстро. Говорят, чужие дети растут быстро. Свои быстро растут. Да! Уже 3 года. Вон, этому уже скоро 2 года опять. Ну, не опять, а вообще. Все быстро. Очень. Мне кажется, мы в том году, когда только сюда переехали, да, вот-вот, как будто недавно это было, и мы праздновали. 2 годика. Ей было, да, ей было 2 годика. А сегодня уже... 3. Сегодня уже 3 годика. А так, да, чисто маленьким кругом отметили. Никого лишних, никого, просто так с семьей сделали Риткин маленький праздник, подарочки. Сейчас покушаем, чай попьем с тортиком. Кстати, тортик вам сейчас покажу. Вот, кстати, мой тортик первый. Молочная девочка. Мам. Что? Что, Ром? Ну? Да. Вот такая молочная девочка получилась. Ну, как смогла, так сделала. Нормально. Ну, что поделать. Когда-то надо начинать делать тортики. Это, кстати, делали сухарики. Ну, вот такой вот салат. Это у Дениса мама готовила Денису. Ну, и потом мы в дальнейшем стали готовить. Здесь получается... Что здесь? Морковка по-корейски, сухарики, колбаса полукопченая и сыр и все майонезом. А, еще, да, еще чеснок и все майонезом заправить. И такой, ну, очень простой и очень вкусный такой салат. Вот он всегда, сколько мы на праздниках не делали это блюдо, оно всегда улетало на все 100. Ну и так от меня это получается. Сделали оливье, тортик, я бокальчик вина выпью. Никому не советую пить, но сегодня мне можно. Сегодня я родила дочку. Вот. Ну и все, сделали подарочки. Так, без какого-то шикарного стола, тихонечко, по-семейному. Ритулечка, посмотри на меня, ты такая уже, Такая красивая, да, папа? Уже, может быть, не стоит еще красивее? Спасимся, а? Давай, я сейчас покушаю, чай попью, ты пока поиграешь, а я... Скажи, я быстро тебе, раз, два и все. Такова участь всех пап. По пальцу попроще сделай. Прими свою участь с достоинством. Щекотно. Щекотно? Че? Себе подмазать решил? Папа, покраси меня. А я не умею красить, это мама он умеет красить. Посмотри, какая мама накрашенная, красивая. Вот она тебе так. Нет, где-то. Она хочет, чтобы папа накрасил. Давай. С этой стороны. Сикарь-то, да? Я же для обмана. Ой, какая красота. Просто. Закрываем? Да. Ритулечка, давай дедушке позвоним. Давай дедушке, да. Пойдя в ванной. Я это будешь тортик собирать. Да? Да. Мы же просто еще Алиму идем позвонить. Кого? Алима. Алима? Держи это для куколки. Да. Настя, зачем ты так потратилась? А это все равно не мои деньги. А кто? Это у Алима. У Алима? Да, он мне каждый день дает. У меня ручки. Да. А у меня? А,
Это кто тебе подарил? Это Настя подарила. Настя подарила? Ритульшка, ты накрыла такой столик. Это папа починил. Папа починил. А накрыла-то ты кому такой столик? Куколкам. Еще пиво. Тут вкусняшки. Вкусняшки? Прям тут сосиски валяются. Их надо. Рома, неси сюда. Давай, 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 давай. А где еще вилочки? Три вилочки еще должно быть где-то быть. Это еще чашки. Чашки? Ого, да тут не чашки, целый бокал. Бокал, да. Ой. Ритулечка, давай дедушке позвоним. Да, давай. Давай дедушке, да. Давай, корми куколку. Она почти села. И она будет пить. И пойдет гулять. Да, сейчас. Мы еще сейчас дедушке позвоним, да, по видеосвязи? Да. И пойдем гулять. И дедушка сказал. Что дедушка сказал?